Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Давайте сегодня вместе с вами рассмотрим вот такой часто встречающийся вариант. Это вариант неправильного обслуживания батареи. Так, сейчас я включу вспышку. Значит, привезли мне вот такую батарейку. Батарейка свежая, 21 года. Но вот с такими показателями. Так, давайте сразу снимем показатели и потом перейдем дальше к разбору этих неудачных полетов. Так, обычная 550 ампер. И вот мы видим на батарее 0,0. 36 ампер. Ну вот я снял показатели, как только привезли, были вот такие. Видимо, плохой контакт. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. И сейчас показатели совсем другие. Да, вот 1% посуху. 0 заряда, 61 ампер, было 71, и НРЦ 9,72, здесь 9,70, сопротивление 45,45, было 38,68. Ну, прибор иногда дает погрешность, видимо, при разном контакте. Так, батарею обслуживали сами, пытались поднять плотность во всех банках. Электролит залит под горловину, прям под самые пробки. Не то, что под самые пробки, а вровень с корпусом. Да, практически во всех банках. Особенно в средних очень много электролита. Значит, что будем делать с этой батареей? Батарея абсолютно мертвая. Абсолютно, ну, здесь... Даже 71 ампер пускового тока, это он даже скутер не прокрутит. И при всем при том напряжение на батарее 9,70. Ужасное сопротивление, ужасно большое. Значит, план действий мой таков. В первую очередь, конечно, я буду откачивать электролит. Откачивать буду под пластины. И залью миллилитров по 60 водички во все банки. После этого будем пытаться эту батарею зарядить. По мере увеличения плотности будем делать коррекцию. Приехал хозяин этой батареи, и хозяин сказал: ну, залью немного, не полную бутылку. Неполная бутылка, я представляю, в этой батарее всего-то 2,5 литра электролита. Ну, было, я так понял, где-то неполная бутылка, ну сколько, 600, 700, 800 грамм. Будем отделять этот электролит и пробовать эту батарейку поставить на ноги. То есть сделать с нее опять крутящую батарею. Так, ну что, примусь за откачку и затем, как закину в зарядный бокс, включу дальнейшую запись. Вот такой я блогер, слова не все выговариваю. Давайте. Да, пока не забыл, давайте замерим плотность. Плотности, как мы видим, здесь нет. Так, 1,05. А здесь тоже такое же. Ладно, не буду отнимать ваше время. Значит, все-таки я, наверное, сейчас поступлю по-другому. Чтобы нам лишний раз не делать откачку, не делать корректировку, я вначале уберу лишнюю
лишний электролит. И водичку доливать не буду. Уберу электролит под пластины и постараюсь выбить как можно больше кислоты с этой батареи, чтобы в дальнейшем делать корректировку уже более уверенно и меньшим количеством дистиллированной воды. То есть необходимым количеством дистиллированной воды. Что ж, давайте приступим. Итак, сделал отбор. Получилось, отбор делал до оголения перемычек. Камера не хочет настраиваться. Вот так вот. Вот так вот. Вот. До осушения, оголения, как угодно будет, перемычек. Но при всем при этом рабочие пластины все закрыты этим раствором, который сложно назвать электролитом. Электролитом. Теперь перекидываем батарейку в зарядный бокс. Заряжать буду на вот таком китайском автомате. О нем я уже немножко рассказывал. Вначале будем делать предзаряд. Вольт где-то до 12,5, до 13, 5%. И затем основной заряд уже будем делать 10% минимально от емкости этой батареи. Чем удобно работать с этим зарядным устройством, тем, что заряжает оно стабильно и не уходит в отстой, как иногда это делает вымпел при заряде глубоко разряженных батарей. Иногда вымпел отказывается работать, пишет: заряд окончен, приходится делать отстой, перенастраивать зарядное. Здесь же поставил, все забыл. С этой батареей придется поработать, наверное, продолжительное время. И я думаю, дня два, ну как минимум двое суток. Ну, загадывать опять не хочу. Посмотрим, как у нас пойдет с ней работа. Так, подключаем зарядник. Так, и выставляем 3 ампера. Даже не 3, а вот так вот 2 ампера. И делаем предзаряд. Сейчас резко пошло напряжение, но это оно сейчас начнет у нас резко падать. Дождемся, пока батарея не начнет принимать уверенных 12,5, возможно даже 13 вольт, и после этого я уже переключусь, не переключусь, а добавлю основной ток, это 6 ампер, батарея 60 амперная. Добавим 6 ампер и будем заряжать до полной абсорбации этой батареи, то есть до полного ее накопления заряда. Но пока сам ухожу в отстой и отключаюсь. Так, ну что, будем считать, что наш кайнарчик практически прошел предзаряд. Немножечко добавим зарядный ток до 3 ампер, то есть до 5%. Вот так вот. И как только напряжение достигнет у нас 13 с копейками вольт, 13 небольшим вольт, можно будет уже смело поддавать напряжение, а вернее ток до 10% от емкости, то есть до 6 ампер. И в таком состоянии мы эту батарею на таком заряде будем оставлять до завтра. Основной заряд батарея будет продолжаться до завтрашнего дня. Итак, наш кайнар подобрался к отметке 13,1 вольт.
Поэтому будем так считать, что щадящий предзаряд и основной предзаряд у нас закончен. Теперь переходим в фазу основного заряда. Так, ставим 6 ампер и оставляем батарею заряжаться до утра. Давайте замерим, что у нас с плотностью. Ну, плотность она вряд ли поменяется. У нас нет у нас плотности. Как не было, так и нет. Хотя нет, пару точек батарейка набрала. Что ж, оставляем аккумулятор до утра. Пусть китаец с ним немножко поработает. Итак, друзья, наша залитая электролитом батарейка продолжает трудиться вместе с китайским зарядником. И видим, что ток у нас упал до 1 ампера и напряжение 14,8 вольт. Давайте замерим самое интересненькое, самое сладенькое и вкусненькое. Это плотность. Так, и плотность у нас выросла до 1,17 с половиной в этой батарее. Так, это при всем при том, что я сделал только отбор, но еще водичку-то я не доливал. Ну, здесь такая же ситуация. Нам придется делать еще отбор. Уровень электролита вырос в батарее по мере заряда. Вот так вот. Перемычки скрылись. Что ж, подождем, пока ток не упадет до минимальных значений, и затем без отстоя будем перекидывать его на 16 с лишним вольт. То есть будем вычислять напряжение окончания заряда. Ну, в принципе, наверное, посмотрю, делать отстой или не делать. Как-то так, продолжим работу. Ну вот, наш кайнарчик простоял практически целый день еще на зарядке. На зарядке минимальным током, напряжением 14,8 вольт. Как видим, плотность приподнялась до 1,18. Это для тех диванных критиков, которые начитались инструкций к аккумуляторам и пытаются ставить свои 5 копеек в то, как нужно работать с батареями. Ну, покажите, друзья, ну, хотя какие у меня друзья, парни, покажите, как вы работаете с батареей, научите безграмотного, необразованного, как вы пишете, без элементарного ПТУшного образования, что там еще очень приятное в свой адрес я от вас услышал. Покажите, как вы это делаете. Блин, что-то ни один человек не показал. Все показывают только на пальцах, либо на новых батареях. А вот на такой покажите, как это сделать так, чтобы плотность у нас выросла. Плотность поднялась, и батарея была полностью готова к работе и с полным зарядом. Но почему-то срать могут только в комментариях. Умники обижаются, что я их умниками называю. Ну, блин, я могу называть и пожестче. Но вот цензура не велит. Поэтому
Сейчас я, так вот, чтобы это было более убедительней, ток 0,5 ампер дошло до 0,5 ампера, и сегодня, на сегодня, а вот идет сброс до 0,4, на сегодня я работу с этой батареей закончу. Пусть инертный заряд разгоняет те сульфатики, которые еще остались на пластинах, которые еще висят. Пусть батарея отдышится, отстоится, и завтра начнем с этой батареей работать уже в режимах до заряда. А пока выключаем нашу цветомузыку. Итак, наш кайнарчик отстоялся после основного заряда. Основной заряд мы проводили на китайском устройстве. И, как видим, плотность у нас уже 1,22. Мужчина, который привез эту батарею, он утверждал, что он залил почти бутылку туда электролита, но я сомневаюсь, что он залил электролит. Возможно, он долил под самые пробки водичку. Ну, по мере работы на 57-м вымпеле мы сейчас посмотрим по тому, как растет плотность электролита. Мы уже будем делать окончательные выводы. Итак, подключаем зарядное устройство. Выставляем. Ох ты, блин, сразу пошло, как у нас хорошо. Так, выставляем 2,5 ампера. И напряжение 17 вольт. 17 выставляем и ограничиваем током 2,5 вольта. Ой, ампера. А не, давайте все-таки трешечку поставим и посмотрим, до каких значений у нас долетит наш кайнар. Продолжаем работочку. Так. Итак, кайнар на 3 амперах легко выехал на 16,2 вольта. Будем смотреть за, мониторить за движениями напряжения и зарядного тока. Как только будут изменения, либо того, либо другого, ток либо растет, начнет расти, либо начнет падать, а зарядное напряжение, как только начнет уменьшаться, это будет говорить о том, что нам с батареей пока не стоит дальше работать. И будем останавливать заряд и дать батарее очухаться, отстояться, чтобы сульфатики потихонечку откисали от пластин. Ну что ж, продолжаем. Итак, вымпел закончил работу с нашим желтеньким кайнарчиком. Вымпел отключил от сети. Давайте замерим плотность. И плотность у нас 1,30. Поэтому все-таки дяденька залил в эту батарею электролит. Сейчас дам немножко отдышаться батарее с полчасика. Открою пробки, чтобы вышел газ. И буду корректировать водой. Делать отбор электролита и доливочку дистиллированной воды. Пусть батарейка отдышится, но
А я пойду попью чайку. Итак, друзья, сделал отбор по 80 миллилитров электролита и залил по 90 миллилитров дистиллированной воды. Делал это все на глаз, потому что я не знаю, как он говорит, бутылку залил электролита, сколько, что. Ну, в крайнем случае придется нам подкорректировать в конце заряда. Будем подкорректировать в крайнем случае электролитом. Раз пошла такая пьянка, лишь последний огурец. Поставил, включил опять зарядное и будем дальше работать с этой батарейкой в режиме контролируемого перезаряда. Едем дальше. Друзья, очередной дозаряд на нашем желтом Кайнаре после отстоя, и вернее, после корректировки и отстоя. Длится уже 3 часа 22 минуты. Давайте замерим плотность. Плотность изначально, как я не стал это фиксировать на камеру, ну, сами понимаете, что после корректировки плотности быть не может. Ну, вот после 3 часов заряда у нас плотность уже выросла до 1,24. Ой, блин, нет, неправильно. Блок уперся в крышечку. Так, вот так вот оставим. Неверно. А нет, верно. Да, 1,24. Нет, 1,25, наверное. Да, все-таки 1,25. И вот чует мое слабое сердце, что, наверное, после ночного отстоя нам придется делать еще одну корректировочку. На сегодня с этой батареей я работу заканчиваю, собираюсь домой. Итак, наш лимонный Кайнар отстоялся 16 часов. Давайте замерим плотность и будем принимать дальнейшее решение по его обслуживанию. Так, плотность у нас 1,26. Корректировка, я думаю, дала хорошие результаты. Давайте теперь сделаем тест этой батарейки для того, чтобы определить, на каком месте стоит у нас НРЦ, и уже исходя из этого будем делать окончательные выводы. Так, обычная 550 ампер. 550. Так, ну как видим, НРЦ после 16 часового отстоя еще очень большое. То есть перемешивание электролита у нас прошло не полностью. И поэтому будем делать еще один дозарядный цикл. Еще один дозаряд. И будем мониторить плотность. Так, вот сюда его. Подключаем крокодильчики. И включаем зарядное. Так, так, так. Также будем делать дозаряд на 5%. Ну, вот 3,1 ампер пойдет. Если после этого дозаряда плотность у нас будет выше 1,28, если она переплюнет 1,28, значит, сделаем еще одну небольшую корректировочку водичкой. Я не знаю, сколько залили туда электролита,
Но дело в том, что изначально сверху была одна вода. То есть кислота под действием гравитации у нас опустилась на дно этой батареи. Поэтому нам эту кислоту надо постараться полностью поднять и перемешать ее с водой. Продолжаем работу. Приехал клиент ко мне. Кайнар очень легко набрал 16,3 вольта. И неплохо принимает заряд. Так, сейчас часика два будем делать. Что наступит раньше? Либо вымпел нам подскажет, что заряд окончен. Либо будем смотреть на плотность. Полюбуемся на плотность. Если она достигнет 1,28, буду прекращать заряд и дам батарейке отстояться пару часиков. Ну, вот уже 2 часа идет заряд у нас. Пару часиков дам отстояться для того, чтобы за счет инертного заряда остатки кислоты вышли на поверхность, то есть перемешались с основной массой, и уже на поверхности будем смотреть, какая плотность электролита. Так, ну что, продолжим работку. Вымпел нам в очередной раз подсказал, что заряд окончен на вот таких параметрах: 16,3 вольта и 3 ампера. Кайнар наш принимать не хочет. 3,13 время заряда, но дело в том, что где-то час батарея не заряжалась. У меня уже сгнили крокодилы, все, хочу их поменять на зарядники. И один крокодил спрыгнул. Где-то час батарея не стояла без заряда. Примерно час. Это с самого начала. И в общей сложности батарейка заряжалась часа два у нас. Проходил дозаряд. Так, отключаем зарядное устройство. Вот, видите, крокодильчик такой у меня уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько он батареек повидал, это неудивительно. Так, давайте замерим плотность. Электролит чистенький, как слеза. Плотность 1,28. И плотность, так как плотность не поднимается, я думаю, что с корректировкой водой электролита я угадал. Поэтому даем батарейке. Так, у нас сейчас без 15,3. Клиент уже звонил. Клиент уже температурит. Надо ездить, видимо. Ну вот, батарейка 3 часа у нас отстоится. И буду отдавать. Ну, давайте сделаем замер прямо сейчас. Хоть это будет и некорректный замер, но хоть какое-то представление мы будем иметь о проделанной работе. И будем делать какие-то... Уже можно будет делать какие-то выводы. Так, мне обычные 550. процентов по суху. 512 ампер батарейка выдает. Сопротивление 5,39. НРС 14,09. Ну, это не удивительно. Я только что отключил зарядное устройство. Значит, после 3-4 часового отстоя эти показатели, они улучшаются. Это, как правило, ну, я думаю, батарейка догребет до 90%.
посоху. Хоть батарея у нас и свеженькая, она 21 года. Так, 21 день 21 года. Грубо говоря, батарейки почти год. Но вот эти вот, и эти батареи, они с прибавкой, как бы, вот такой кайнар с прибавкой, они свои параметры, заявленные производителем, эти батарейки выдают. Но, видимо, вот это издевательство над батареей, дядечка решил поднять плотность легко и просто, заливкой электролитом. И батарейка в итоге пришла вот с такими показателями. 1,071, 9,70 вольт. Я не знаю, что там творилось, но машина обязательно придет ко мне на диагностику, чтобы я постараюсь установить все-таки причину вот такой просадки. Если это причина в автомобиле, то клиент... Это мое обязательное условие. Клиент должен эту причину устранить для того, чтобы не было разговоров и нареканий в мой адрес. То есть, чтобы этот клиент на какой-то промежуток времени забыл, где я нахожусь, и довольный, радостный, довольный, с улыбкой на лице эксплуатировал свой автомобиль. Ну что ж, друзья, на этом наш очередной ролик, лорик-ролик, закончен. Пишите комментарии. Я лайки не выклянчиваю. Сам ставлю их под впечатлением от ролика. Понравился — ставлю. Не понравился — не ставлю. Дизлайки, как правило, я не ставлю никому. Ну, я лучше, если мне что-то не нравится, я прекращаю просмотр и перехожу на другой ролик. Как-то так. Я не к тому, что не ставьте мне дизлайки. Да ставьте, ради бога. Только давайте соблюдать нормы приличия, писать нормальные комментарии, в том плане, что не хамство, не это я, ну, не только я, наверное, любой человек это не любит. Поэтому давайте будем обходить это стороной. Что, друзья, желаю всем добра, удачи, не болейте и берегите свои батарейки. Всем пока.